Тульской области завершился международный детский турнир по хоккею. За победу сражались 12 команд из России, США, Германии, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Литвы и Эстонии. Первое место заняла команда «Виктория» из города Новомосковск. В финале она разгромила соперников из Литвы со счетом 10-2. Бронза тоже у россиян. Третье место досталось команде «Север» из Мурманской области. Несмотря на определенные события, которые происходят на международной арене, все мы – большая дружная семья. И сегодня об этом говорил легендарный хоккеист Фетисов. Наши дети показывают нам, взрослым, как нужно выстраивать отношения, как нужно дружить. После завершения чемпионата на лед вышли легенды мирового хоккея. С международной детской сборной сыграли Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре и другие звезды спорта. На защиту ворот встал тульский губернатор Алексей Дюмин. Матч завершился дружеской ничьей со счетом 7-7. И к этому часу все. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте ntv.ru. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. До встречи.